Всем привет! Сегодня снимаю 4 посылочки, мне пришли из Китая. Вот так они выглядели. Выглядят. Я их еще не распаковывала, но скажу вам, что предвкушение очень-очень большое. Так как скоро праздники, это такое предвкушение подарков. Шли они тоже в среднем, как обычно, 2-3 недели. Вот. Сейчас посмотрим. У меня пришло что-то такое плоское в пакете. Вот. Ну, я знаю, что это термо-тату. Это термо-тату на тело. Тоже чуть-чуть поздновато заказала. Ну, ничего. Вот, думаю, в моде это будет не один год. Вот. Мне очень нравится, как это смотрится на звезды. Все делают себе там. Даже просто девочки, я видела, даже в бассейне. Сейчас зимой. Ну, вот. Класс. Мне пришла вот такая вот палеточка. Немножко разровняю. Здесь такие индийские мотивы. Вот, если вам видно, это можно на ручку, на ножку, вот таким браслетом на тело. Вот, тоже еще один браслет. Вот такой вот солнышко многогранное и слоник. Слоников я очень люблю. Вот, в общем, попозже сниму видео, покажу, как это будет смотреться на моем теле. Вот. И еще одна такая палеточка мне пришла. Вот, немножко поменьше. Вот, это стоило что-то в районе доллара. До доллара они стоили 70 центов. Это стоило вообще 60 центов, 59. Вот. Но это и поменьше. Сейчас посмотрим, что в этом плоском черном пакетике. Надеюсь, не черная кошка. Нет. Палеточка. Только поменьше. Тут такие как у индейцев, вот этот ловец сна. Тоже можно его на ключицу прицепить. Очень красиво. Тоже два кружочка каких-то символичных. Ой, красивый очень, посмотрите. Такая, как золотая цепочка с сердечком на брелочке, как браслет. Можно на руку, можно на ногу. Вот 4 браслета, 2 кружочка на тело, стрела и ловец снов. Такое, думаю, очень круто будет смотреться на загорелом теле. Ну и не загорелом тоже. Кожа у меня не совсем белая, поэтому я смугленькая один год. Мне повезло. Так, и следующие посылки у нас Джеверли. Вот, кстати, я сегодня вот в украшении, том, котором показывала вам в прошлый раз. Он, мне кажется, очень красивый. Здесь, видите, идет такой глазик с цирконием. Потом кружочек вот такой в виде золота. И в самом конце идет вот такой вот, как я не знаю, камушек, цилиндр. Вот. Мне кажется, вот так тоже очень мило. Здесь всегда двое виднеется. Но это надо иметь большой вырез V-образный, чтобы видно было все грани этой подвески. Вот, вернемся к этой. Что-то здесь маленькое и совсем не прощупывается. Сейчас посмотрим. Ой. Наверное, что-то наткнулось. Здесь, как обычно. О! Это две подвесочки. Ой, круто. Это подвесочки бесконечность. Одна в золотом цвете. Круто, круто, круто. Наконец-то они пришли. Подвесочка бесконечность в золотом цвете. И подвесочка бесконечность с крестиком в серебряном цвете. Мне очень нравится серебро и золото, серебро даже больше. А здесь так символично. Крестик продет в бесконечность. Практически вера в бесконечность. Мне кажется, будет очень круто смотреться. Может, даже какая-то из них пойдет на подарок. Вот. Мне кажется, очень здорово будет носить. Стоило все это, вся эта красота вместе. В общем, продавец оценил 2 доллара. И еще одна посылочка. Так люблю посылочки 2 в 1 вообще. Написано necklace. Не знаю, что это 74 цента. Вот это загадка.
Ну, я, конечно, не смотрела свой лист заказов, там очень много приходило, не приходило. В общем, мне нравятся сюрпризы. Поэтому, здесь слоник. О, смотрите. Такой же слоник, как у меня вот здесь на картинке. Это судьба. Значит, стоит носить их вместе. Это вот такой вот слоник. Такой медного цвета. Вот, мне кажется, тоже очень красивая такая подвеска. Сейчас, чтобы вам показать. Вот. Ага. Тут длинная цепочка. Сейчас я освобожу его. Довольно длинная цепочка. Вот, ну, еще буду снимать хол, обязательно вам покажу. Мне кажется, он очень крутой. Вот. Вот так вот он смотрится. Смотрите, так можно одеть на какое-то платье или однотонный свитер. В принципе, зимой очень актуально. Слоник очень милый. Вот. Думаю, будет здорово носить. Вот, это все покупочки на сегодня. Ждите следующих. Вот, покажу в ближайшее время вот это флеш-тату. Вот, всех целую. Пока-пока.